Давай вот так, еще раз попробуем. На домашнем аккаунте, да? Еще раз всем здравствуйте. Аружан, пожалуйста, еще раз напиши, давай я тебя подключу. Ару, чуть напиши, пожалуйста, в комментариях. Можно ли у меня обучиться? Ну, в Астане, возможно, да. Пройдете тренинг мой, а потом в сентябре как раз буду группу набирать, будет обучение. Ару, ты где? Зайди с какого-нибудь аккаунта. Это я, все, понял. Да. Слышите? Вас плохо слышно что-то. Что-то у меня звук. Ага, сейчас я тебя слушаю, да? Ага, вот все. Как дела? Рассказывай. Легче стало, и руки начинают отпускать наконец-то. Ну, она не трясутся Да? до сих пор. Ага. А давай я подожди еще раз интернет. Не знаю, насколько это хорошо или плохо, плакать просто так. Мне кажется, вы просто не плачете до конца, поэтому вы постоянно плачете. Вот. В общем, давай еще раз я пообъясняю, да, Ру, ты посиди пока, потом расскажешь свои впечатления, что чувствовала. В общем, людям, чтобы понять, чтобы вы понимали, что происходит, вот так, когда руки сворачивают, это состояние, знаете, это. Если у вас когда-то были судороги, вы поймете. То есть то, что у Ару было, это судороги были минут 40, да, то есть ее вот свернуло, и она вот это. Там ощущение, что просто мышцы спазмируются, и ощущение, что кости сейчас треснут просто. И лицо вот так сворачивается, ты не можешь ничем пошевелить. Это что-то вроде паралича такого вот, ну, как-то получается. Это достаточно неприятная процедура, но по моему глубокому убеждению, ее надо проходить обязательно, когда есть такие, ну, когда тебя так тормозят. Еще раз объясняю, можете закидать меня камнями, там, сказать, что я там шарлатан или еще кто-то. Это энергоинформационное воздействие на биополе человека. Это тогда, когда тебя сносят на уровне энергии. Это плохие мысли о тебе. Это в простонародье, если вот, ну, спускаться там на уровень с научного на туда вот чуть-чуть пониже, это магия, порча, сглаз, вот это вот что-то вот из этой серии. Если брать более научные, то это пусть будут это эмоциональные блоки, кому-то проще, пусть будет так. Или телесные зажимы, там, ну вот что-то такое. На самом деле, мне кажется, это нет. Это вот именно на уровне энергии блокировали оружан, и поэтому так происходит. Вот. Здравствуйте, очень рада вас видеть, заловку. Я думаю, что я сделала порчу на его брата, его брат, мой муж. Теперь, когда предлагаю заловке сходить к той бабке, чтобы она сказала, брось. Кто это сделал? Ну, это же ее убеждение. Зачем? Вот вообще не надо никого ни в чем переубеждать, да? Если человек так думает, пусть он думает. Честно говоря, ну, работайте только с собой. Что говоришь? Не. Вот, теперь рассказывай. По-моему, ты в себя уже пришла. Что происходило, что чувствовала, что сейчас чувствуешь? Что вспомнилось, что не вспомнилось? Что Ага. всплыло? Ну, я всех уже сейчас проинформирую. То, что я уже проходила тренинг, Игорь Ким приезжал к нам в Уральск. Я уже не помню, какого числа это было.
Я не знаю, я уже... Ну, в общем, он приезжал к нам, и каждый вот выходил, и он делал сессию. Да, так мы это называется. Вот примерно так же, но это уже с прикосновениями. Там, конечно, еще хуже выносит то, что вы сейчас видели. Это просто цветочки, я вам скажу. Просто цветочки. Это вы ужасно выглядит. Я даже вот сегодня, сейчас не предполагала то, что зайду в прямой эфир. Просто тупо зашла посмотреть. И не ожидала, что такое будет со мной. Это жесть. Но я ни в коем случае не жалею. Наоборот, я очень благодарна вам. Вот. Что ощущала? Что сейчас ощущала? Просто мозг отключается. Потому что как, сперва заставляешь отключаться мозг, а потом он сам уже отключается. И это, наоборот, помогает. Потому что вот эти все мысли в голове, они, наоборот, давят, и не можешь ни поплакать. Да, да, вернулась. Тут позвонили просто. В общем, вы видели меня, руки скрутили. Скрутило. Это было ужасно больно. Ужасно больно. Потом в животе желудок вот так сжался, и ноги начали неметь. Потом мне начало неметь все лицо, и просто рот как будто так закрыли, и он не открывается. Вот так вот. Я дышала с помощью вот так вот губу нижнюю отпускала, челюсть, и чтобы подышать. Вы видели, наверное. Сейчас мне очень легко. Ну, легче стало. Боль прошла. Немножко трясусь, но ничего страшного. А вот когда прям вживую с ним проходишь, еще лучше. Так что советую пройти. Спасибо. Пойти на тренинг. Это вообще просто... Не думая просто, идите на тренинг. В любой город, где бы он ни был. В Алмате же живете, да? Сейчас, да, в Алмате. Угу. Пока он не ехал в США, так что успейте. Или вы не хотите? Я уже не собираюсь никуда. А, классно. А, кстати, я хочу, вот, очень хочу к сестре, вы же знаете. Угу. Там поработать, не навсегда, конечно, но хочу поработать. Увидеть Америку. Вот. И блоки стоят, как всегда, вот блоки перед этим. У тебя виза есть? Визы вот именно что нет. Короче, сделай, ну, вот по визе, да, чтобы, ну, чуть, насколько я понял, делай фиктивный брак или гражданский брак, кому подсказать. Есть у меня фиктивный брак. Ну вот не получается, только вы езжайте вдвоем только. Не едь одна. Говори, мы вместе, вот у нас там экскурсия, там или что-то это. И не едьте в Нью-Йорк или куда-то, едьте в этот... Майами? Майами. Едьте в Майами. Ну, так скажите, что в Майами забронируйте гостиничный билет и покажите и прокатите. Про комнату не забуду, не переживайте, я уже работаю. И про туалет тоже. Не переживайте. Вот. А, да, я пришла в гости к своей подруге, то есть к ее родителям, и мне очень стыдно перед ними, то что это жесть. Как я сейчас буду в глаза смотреть? Я экологично работаю, за собой убираюсь, поэтому не переживайте, я вот сейчас уберусь. И в комнате, и там. Вот. Поэтому сделай, в общем, этот визу получай. И надо было с плакатиком выйти туда, на площадь, чтобы тебя забрали вместе с тем мальчиком. Угу. Точно. Надо было. Это же был просто шанс. Вот эти митинги, это был шанс получить политическое убежище.
Да, для тех, кто хочет вообще уехать отсюда. У меня друга забрали вообще. У него есть фотографии, он так на выходе сидит. Вокруг менты. Я говорю, теперь езжай в Америку. Тебя возьмут. А вот через аккаунт мамы подруга, вот, и мама ее, вот, все нормально, главное, чтобы было во благо. Благодарю. Благодарю. Блин. Вот 50 человек сидят, да, я вам. 50 человек, обязательно пройдите то, что я прошла. Не так, вот, через онлайн. Так тоже лучше. Но вживую, конечно, вообще очень круто. Вживую, видишь, можно надавить, пнуть. Да, да, Когда да, квакать не хочет, там раз, и тогда быстрее. Ну, я думаю, что у меня, типа, руки не будут скручивать. Опять скрутил, еще хуже, Это еще лицо новое, так. это новое. Опять что ли Это, сделано? да, Или, то есть я это до сих пор новое. свою. Это еще вот, Боже. я же объяснял. Смотри, Капец. на тебя сделали, мы с тебя снимаем, оно уходит туда, где кто сделал, да? Ну. Теперь там думают, что ты им сделала, потому что им возврат пришел, они чувствуют, что с ними что-то не то. Они делают обратно. И это будет происходить до тех пор, пока они не угомонятся. Все. А как я могу защититься от этого? Ты, ну, на тренинге я же объяснял. Чаще медитируй, ставь защиту. Да. Кстати, я вот после тренинга, да, сразу поехала к себе в поселок домой. Ну, то есть мой родительский дом. И я знаю все техники, все дела. То есть у нас там 40 дней было. И то есть я поставила защиту на дом, сделала колодцы, отправила в колодцы там, что надо, короче, сделал, и все, абсолютно все в нашем доме зевать начали. Это чистка. Все начали зевать. Прям все такие 40 дней дома гости, все ходят, а все, ну, все так что-то спать хочет, там, типа, зевают. И я такая смотрю, типа, работает. Да. И потом я поставила тоже на дом защиту. И не знаю, кто услышит, нет. Моя родственница пришла, на которую мы типа думаем, да? Ну, то есть она пришла, она, знаете, вот она была как миленькая, просто как миленькая. Вам помочь там? Возле, от мамы не отходила, на самом деле, к маме. Ну, то есть до этого там к маме вообще не подходила, там общалась так с ней. Холодно. А сейчас, когда я сделала защиту, они все этот, и прям как этот, как миленький. Еще пришла моя родная. Блин, я это все говорю, да? Не сливайте им, Ты как-то пожалуйста. говори так, чтобы никто не понял. Да. Ну, в общем, пришел один человек ко мне. Мне очень, по крови очень родной. И представляете, все мои дети начали, ну, здороваться, подходим, и прикиньте, она меня как будто не замечает. Вот вообще на меня посмотрела, и такая сразу глаза убрала и уходит в другую сторону. Я такая, ого, ничего себе. А у меня-то еще защита у самой на дому, потом она взяла и уехала, короче. И, ну, у меня уже сейчас все равно. Главное, чтобы, ну, с семьей все было нормально и со мной. Потому что в 23 года вот это вот всю тяжесть здесь на себе таскать, это не то. Так что я благодарна очень судьбе, своей сестре родной. Сама то, что она мне порекомендовала вас. Я пришла и еще буду проходить. Почему нет? И вам советую всем, люди. Вот, что еще скажете? Что еще? Ну, в принципе, все, что там этот выяснили, что это. Ты периодически в прямые эфиры выходи, потому что, ну, это надо работать все равно. Вот так вот. Так, ты что, будешь звезда Ютуба? Я согласна. Вот.
Потому что это, ну, действительно, это очень влияет. И вот это, то, что с отцом произошло, то, что это... Кстати, вот моя подруга... Да. Она мне тоже очень помогает. Она, ну, очень помогла. У нее, если вы не слышали, Access Bars называется. Ну, точки, 32 точки, тут нажимаешь, тут что-то типа такого. Энергетические, да, точки. Что-то с энергией. Я что-то слышу, ага. Ага, слышу. Но я не знаю, что это. Вот. Вот она и... Давай, помощник. Немножко познакомимся. Ага. Вот, будьте знакомы, ага. И, надеюсь, вживую тоже познакомимся. Познакомимся. Хорошо. Договорились. Это я все про поговорила. Да, кстати, моя сестра... А уже тоже нормально, а? Да, да. Да. Моя сестра, которая в Америке, она ага. тоже проходила индивидуальную консультацию с Игорем. И тоже помогло прям то же самое, что со мной, то, что было. Все прошло, зато очистилось. И сейчас через меня тоже она очищается. Да? Ну, у вас там жесткое там этот... Было. Семья у вас попала конкретно как под какую-то фигню. Вы кому-то сильно дорогу перешли. Не знаю, кто там. Я такие вещи не знаю и не смотрю, поэтому, ну, этот, но вам тут, вы кому-то прям перешли дорогу сильно. Это потому что это должен быть мотив так делать. Либо это надо быть ебанутым просто, чтобы такое людям делать. Жесть. Все. Что-нибудь еще скажете? Я не знаю, если есть вопросы, задавайте, я поотвечаю по этот по работе. Может, здесь кто? Пусть это, ну давай, садись. Давай, садись. Okay. Теперь ты иди ее родителей успокаивай. Ну все, мои подписчики, всем привет. Да не так, знаю, вас что, сидят, нет? Мои. Эльмира. Эльмира, ага. Хорошо. С чем поработать хотите? Ничем. У меня все нормально. Ничем? Не Врика? А, с переездом? Не понял? Переезд. А, переезд. Куда собралась? Либо в Ахтубе, либо в Алматы. Нормально. А что, в Астану не хочешь или что? Почему Актюбинск? А в Актюбинске тепло как будто. А, понятно. А, в смысле, за этот, из Западного Казахстана не выезжает, да? И что беспокоит? Я не да. готова об этом говорить. Нет, вот это так бывает, вот когда так спрашивают напрямую, тоже не можешь ответить, а что меня беспокоит? Вроде бы у меня все нормально, да? Нет, я знаю конкретно, что меня беспокоит, но я не хотела бы об этом говорить в прямом эфире. А вы что не хочешь? Можно за тебя в прямом эфире, а? Не хочу. А тебе можешь будешь дышать? А плакать сможешь? Если захочу, то... Ну, если нужно будет, то смогу, почему нет? Для тебя же нужно. Ну, закрывай глаза, тогда давай подыши. Глубокий вдох через нос, выдох через рот, давай. Ага, глубже. Мама моя предупредит даже. Глубже.
Я знаю, на что я хочу поработать. Угу. На зрение свое. На зрение? Да. Какое зрение у тебя? Ну, больше минус 3, наверное, уже. Больше минус 3. Угу. Давай поработаем. Еще. Сейчас рот порвется. Ну, девай, нормально, это хорошо. Еще. Угу. Давай. Ну это зима нормально это. Семейная. Ну, я когда с клиентами работаю, у меня тоже зев идет и отрыжка. Хорошо это. Чистка это. Да. Просто как будто не всегда выходит, а застревает. Ну, сейчас продавим. Ну, вот так. Да. И еще. Еще давай. Вот так. Еще.
завис. Давай еще вдох. Давай. Я посмотрю, что здесь дальше еще. Устала чуть, да? Давай. Ага. Ну-ка. Ага. Так. Еще. Вот теперь вот этот... где грудная клетка, оттуда выдыхай. Там чуть закрыто. Так. Это заболит. Что болит? Здесь болит, как будто не пускает выдохнуть. И грудная клетка? Да. Выдыхай. Ага. Ага. Это про что болит это? Сейчас мы тут все задеваемся, уже все ревут уже там. Давай. Конечно, вы можете так же делать. Давай. Выдыхай. Ага. Давай, выдыхай, а? Вот так. Вот, хорошо, да-да-да.
Еще глубже. Еще. Зевай, мы будем с тобой зевать, по-моему. Давай. Еще. Еще в грудь вдохни, больше вот в грудь дыши прям. Угу. Ару, выключи, пожалуйста. Часы? Нет, телефон, который ты разговариваешь. Вы куда там пропали обе? Я а, дыши. А, ты лежишь. Тебе не видно стало. А я зуба не имею. Угу. Дыши, дыши, не замирай. Зубы не имеет. Да, у всех по-разному. Дыши глубже. Еще.
Такое ощущение, что огонек зажегся. Зажегся. Чуть-чуть еще осталось. Подожди еще, не замирай. Ты начни пропускать, ага. Вот так. Еще. Еще. Хорошо, принеси воды. Зачем воды? Пить хочу. Нет, воды попить хочу. Дыши глубже. Такое ощущение, что руки, губы, неметь стали? Зубы онемели, да. Ой, я ну, сейчас отключусь, я сейчас спать захочу. Руки покажи. Их сворачивают или они... Нет, я просто чувствую магнит. Я их ощущаю. Ага. Хорошо. Руки, ноги я все ощущаю. Глубже не замирай. Еще. Такое ощущение, что я сейчас отключусь, я буду спать. Угу. Чуть набирайся, ты устала просто, сильно устала. Конечно, у меня ежедневно были клиенты, я еще не восстановилась сама. Угу. Я же что же им чистила? Сущности я их очищала, но я сама не восстановилась еще. Я хочу спать. Легкое покалывание в груди. Угу.
Дышим, дышим. У меня даже дыхание другое. Да. Я даже знаю, чье это. Вдыхай, вдыхай, давай. Ага. Полезет, пишет. Да, да. Вот так. Да, да. Да, да, выпускай. Вот так, полезло, давай. Откашляй сейчас будет. Вот оно пошло. Ага. Вот так, давай еще. Вот так. Еще давай. Еще. Не глотай. Откашливай. Да, лучше будет, если... Быстрее. Только не глотай. Ага, давай. Еще. Вот так. Вот, а давай еще. Это я? Сейчас она. У нее тут все стало, говорит. Да, да, пусть блеванет, прям из горла. А? Угу. Че? Из горла чуть этот, прям вот этот ком вот этот выблюй. Или от кашля, или выблюй. Сделай. От кашля что-нибудь сделай. Давай, здесь раз и навсегда, здесь убери его отсюда. О, вот он. Вот он. Вот он. Гортань должна расправиться, прям вот оттуда воздух выйдет. Вот он, еще давай. Еще. Давай, давай. Давай, давай. Еще чуть. В горле стоит прям. Вот тут. Вот пусть тебе надавит сюда. И выблюет надо... прям. Вот надо между ключицей вот туда вот, да. Вот сама себе пусть надавит и блеванет. Вот. В горле стоит, в высказанности ее. Вот сюда. Можешь ей помочь. Вот, попробуй. Она начнет задыхаться. Она не хочет. Пусть надавит. Но она сейчас долго так. Сейчас придет. Такие не люблю, когда вы знаете. На бумажку. Спасибо.
сейчас пройдет. Ну, через сутки, конечно. Назови себя. Она так не выйдет, она сейчас обратно запихает. Да. Во, еще. Давай, давай. Давай, давай. Вот она. Еще раз. Раза три-четыре так же сделай еще. Во. Все у нее получается. Ага. Здесь пока можете на вопрос поотвечать. Ну, пусть. Очень интересно, что там происходит. Тут, оказывается, люди вместе делают, да? Да, это знаю. Надо вот это. Ага. Руки не имеют, голова тяжелая, дышите. Тоже вот так. Ага. Вот так. Молодец. Молодец. Еще. Не глотай только обратно слюни. Надави себе, а? Еще. По голосу вроде еще надо. По голосу надо. Еще дай. Вот сюда надави. Прям будет задыхаться. Надави себе смотри, на горло. Смотри сюда. Вот сюда. Вот. Во! Еще. Сильно дави, сильно дави. Давай, давай, дави. Там прям вот такое должно идти. О, еще давай. Угу. Вот он. Еще, еще. О. Как думать, еще надо? Как сделай? Откашляйся. Выдох. По дыханию вроде все, но по моим ощущениям еще в горле что-то стоит. Сейчас я тебя сама надавлю, если будешь. Просто у меня ногти. Поцарапаешься, а? Угу. Сильнее дави. Так кашляй и дави. Там найдешь где-то точку, где прям будет этот, прям задыхаться, где начнет. И там пусть не отпускает, пусть держит и выкашливает. Ну уже, по-моему, все уже там. Чуть все, по... все, все. Я уже все. Поищи чуть просто. Где она там? Все, уже мозг отключается. Мозг отключается? Мозг пусть отключается. Это выдыхай давай. Ну, где-то близко.
Пусть надает. Убегает она. Смотри. Вот видишь? О. Вот, вот сюда. Я знаю. Вот сюда. Ты никак не отключишься. Вот. Прям туда вот. Не в это вот упирайся, а вниз. Вот, вот. Да, выкашивай. Вот она. Вот, вот, вот. Молодец. Все, идет. Я помню, когда тот раз была Стасия, у меня с кровью был чуть-чуть. Мокрота. Капли крови. Ей плохо, может, скорую, говорит. Пусть доверяет, а? Пусть надавит и блюет скорую. И тут 10 вот пишет. Надави еще. Прям кашляй и дави. Вот, вот. Еще давай. Она тоже так же делает. Вот она. Вот. Еще давай. Да. Давай еще. Давай. Угу. Блин, тяжело. Выкашивай-ка. Да цепляется, видишь, это? Выкашивай. Ты руку на шею положи, ну вот туда вот, на спину вот сюда. Ага. Положи на нее руку. Да. Вот так, давай. Чуть усилим. Вот так. Выкашивай еще. Давай еще. Дышите глубже. Еще. Вы там живы? Да, живы. Я положила ей руку. Ага. Отпустила горло? Отпустила горло или что? Горло болит. Смотри, оно першит или что там? Нет. Першит или что-то? Или удушка как будто? Или ком стоит? Нет, просто от того, что рвет уже. А ком стоит? Нет, ничего не стоит. И что? Ну, он по-любому. Еще вот здесь поищи, вот тут. В себя. В горле? Вот надавила. И не должно быть кашля. Есть. Давай. Вот, давай, еще есть. Она молодец. Другой бы не сделал. Самостоятельно, да, это тяжело. Давай еще. Держи, не отпускай. Надавила, задыхайся, не отпускай. Вот так. Мне ее держать? Ага. Мне держать ее, этот, шею? Ну, положи руку. Сейчас. Давай. Человеку хорошо, не переживайте за нее. У нее там жизнь. А что жизнь? Кровь идет? Кровь идет? Нет. Ну и ничего страшного.
А, Игорь. На. Что тебе, наушник? Еще чуть-чуть осталось. Осталось, давай. Комок в горле у нее стоит. Вот пусть надавит и выкашивает. Или прям два пальца в рот блевомет. До конца пусть выйдет, потому что это капец там у нее. Застрял. Не отпускает. Игорь. Тут, тут надо объяснить, что здесь происходит. Кому? Походу, ее родственники, что ли. С ней все хорошо, не переживайте. Сейчас почистим, она вернется и все расскажет. Не волнуйтесь. Да, все нормально, все хорошо. Это сессия называется «Эмоциональная свобода». Так что перед тем, что... Перед тем, как что-то писать, вы должны испытать это. Отключись отсюда. Пока не могу. Это кто? Не знаю, кто это. Наверное, кто-то из родственников. Можно просто заблокировать его все. И все, и нету его. Нету? Я отключил его, да. Заблокировал. Угу. Хорошо. Вообще все, кто тут пишет, там типа, вот на казахском кто-то пишет. Что пишет? Без фотки. 20 секунд осталось.